Борьбу с овощами на обочинах объявили в Автозаводском районе. Там состоялся рейд по несанкционированным торговым точкам. Сотрудники полиции, АТИ и службы ветеринарного надзора проверили палатки и ряды, которые обычно располагаются вне рынков. Свою труду надо продавать, что делать? А это ваше? Конечно, наше. С огорода? Прямо огорода. Разрешение-то есть на торговлю? Нету? А как торгуете? Как все торгуют, да? У нас справка с своего огорода. Есть, покажите справка. Ее, покажите, есть справка? Принесу. Когда? Завтра. Лицо без маркировки, происхождение неизвестно, документов, подтверждающих качество, тоже нет. У меня ребенок инвалид дома, который не ходит, не кормится, ничего. Мне где работать? Я подрабатываю, чтобы мне заработать. А меня сейчас вот это забирают, а мне чем платить? Здесь ведь выбрать можно что угодно. Не нравится мне, я отложила. Все свежее. А то, что обвешивают, и то, что у них... Ну, обвешивают, кто не смотрит. А я вот смотрю, так я вот ей говорю. Так у них весь это заряжено. Что вы смотрите? Вы неправда говорите, у всех заряжено. Во-первых. Во-вторых, вы уверены, что продавец не болен? У нее есть санитарная книжка. Ну, есть случаи, где продавцы торгуют и с туберкулезом, и с другими заболеваниями, а вы у них покупаете. Ваш товар? Мой товар, да. Пожалуйста, вот поезжайте смотри. В рынок. Какой рынок? Иди вместе. Пожалуйста, делайте, я пойду, то клянусь рынок пойду. Рынок Плотникова, рынок старых производственников. Я везде ходил, нигде места нету, ей бог, нигде места нету. Неправда. Вот 4-300, вот. Клянусь нету, я везде ходил. Вот, что делать мне? Мне тоже поймите, 4300 рублей пенсия, куда давать? Что кушать, объясни мне. Пишите в департамент заявку, выставляйте палатки, платите налоги, как положено. Почему платим? Раньше платили, чего? Участвуйте в конкурсе. Вы этого не хотите делать? Вы хотите стоять, извините за выражение, на халяву? Никуда не платить? А с людей брать, да еще и их обвешивать. Сколько жалоб уже с этой точки? По итогам рейда было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. За несанкционированную торговлю продавцам грозят штрафы. Кроме того, как орудие наживы, у них были изъяты весы.